Всем привет! Сегодня мы вон пошли с Амиром на рынок, на Дзержинский. Захотелось нам сегодня домашних котлеток сделать. Вот, идем за мясом, надо будет купить мясо. Вот, в магазине что-то мы не хотим. Вот, сейчас дойдем до рынка, там выберем мясо. Идем вдвоем только с Амиром. Остальные все остались дома. От снега от нашего уже ничего не осталось, все растаяло. Так что тут с Амиром решили пройти пешочком. Тут до рынка надо идти где-то минут 45, три остановки. И вот мы сейчас прогуляемся. Ходить полезно. Вот. Идем в светофор. Почти дошли до рынка. Почти дошли до рынка. Вот наша лента, в которой мы постоянно ходим с продуктами. Там парк с левой, с правой стороны получается. Амир у меня уснул. Так что немножко осталось дойти до рынка. Полезно подышать свежим воздухом. А то уже 2 недели засиделась дома. Все, мы уже пришли к рынку. Вот рынок крытый. Сейчас там купим мясо и поедем домой. Амир уснул. Вообще красота. Вот. Все, мы уже зашли на рынок. Вон там у нас мясной отдел. Сейчас пойдем. Народу еще тут. Вон там мясной отдел. Сейчас выберем мясо. И будем делать котлетки. Едем домой. Мы уже зашли с Амиром домой. Уже тут крутим фарш во все. Кристина тоже сходила в магазин. Сходила в Озон, забрала посылочку. И забежала в магазин. Как всегда, покупочка наша. Кристинка сегодня прихватила топленое молочко. Что-то первый раз, да, новое какое-то? Да, я не знаю, какое было. Ну, короче, вот попробуем топленое молоко. Эго. Эко. Эго. Такого производителя еще ни разу не пили. Мы обычно берем наше ярмопродовское молоко, топленое, вкусное очень. Взяла она туалетную бумагу. Две, не две по цене одной, а вторая со скидкой 50%. Так. Вот, вот мы вот такое берем топленое молоко, такого нашего ярославского производителя. Вот. Взяла Кристину вместо печи конфеток, как раз вот такие печенья. Мне захотелось подогреть. А ее греть надо? Ну вот, почитаю. Подогреть. Разогреть. Разогреть. Попробуй разогреть. Офигеть. И она, наверное, растает шоколад. Вот, так, короче, Кристина у нас, как всегда, экспериментирует на все. Он уже раскрыл печенье. Какие? Это еще упаковка? Тоже такие, только вот. Другие. Ага. Там мини такие. Короче, такие, сейчас покажу. Такие от малюточки. 30 штучек такие. Ого, вкусных с чем-то. Они, он там в комнате, он сейчас... А, вот, кстати, мясо мы с Амиром купили. Вот, вот уже Фарух накрутил фарша. У нас идет фарш говядина, телятина и свинина. Также сюда лук добавили, чесночок, белый хлебушек 2 кусочка. Сейчас сюда еще яйцо добавим, это все перемешаем.
И будем лепить сегодня котлетки с пюрешечкой. Да, и завернули мы советским способом. Да, кстати, вот у кого еще есть такая мясорубка? Видимо, только у нас... Сидят. Все, дети уже на упаковочку одну разгромили. Такие вот. Очень вкусные. У нас, кстати, есть еще электрическая мясорубка, но мы потеряли от нее ножик. Мама. Ну, как, да. Ну, вот, короче, это тоже неплохо. Вообще супер. Старинная мясорубка. По наследству досталась. От мамы. Вот. Вот Милку еще Кристина взяла, Милки Дрим. Это у нас идет сыворотка с соком ананаса. Да, попробуй. Так, лучок Кристина взяла. Надо будет сейчас сюда толкнуть яйцо и соль, и перемешать все. Так, вы будете как это лепить, я буду картошку чистить. Муку тоже когда лепить. Нет, это когда уже обжаривать в муке будем валять. Ну да. Ой, Кристина взяла морепродукты. Митик. Либо просто голодная. Я, кстати, хотела еще капусту квашеную взять, я вообще про нее забыла. Ну, я хотела другую немножко квашеную. Не буду взять. Не, он хотел хорошую купил. Короче, одни это как в жидкости. Да, ты что сегодня? Ты что, пить хотела, когда в магазин-то пошла? Мам, не снимай меня. А, я тебя снимаю, да? Так получилось. Это было что-то еще. Так, и хлебушек. Вот. Все. Так что. Что ты там объясняешь? Что у тебя там? А я вон смотрю, откусил. Амир хитренький. Тебе не понравилось, что ли, эта печенюшка? Он сказал, не вкусно. Амир не хочет печенюшку эту. Чувствуется? Вот, Амир Мидию. Фу, говорит, он сказал фу. Попить хочешь? Фу, да, фу, зала, фу, у него хорошо, фу. Амир сказал, что это фу. Больше и больше, да, разговаривать начинаю. Так, все, у нас лепят котлетки. Вот уже лепят. Амир весь в муке. Амир, я смотрю. Ты тоже делаешь котлетку? Да. Да? Купила вот мама тель. А, ты уже говорила? Да, я уже, да, что телятина. Да. Вот, будет у нас вкуснецкий ужин. Да, захотелось прям домашних котлет. Как бабушка раньше в детстве готовила. Такие толстые. Она вон тут его прям тискает, а ему нравится. Он довольный такой лежит. Амин, он скоро будет с тебя размером. А ему вообще пофиг, он опять спать хочет. Да? Все опять раскидали. Опа! Господи, ты его посадила, нельзя его сажать так. Так вот она у нас с ним обращается, да? Да. Мучает тебя, сестренку, да? Мучает тебя, да? Если бы мясо тебя подняла. Он в шоке. Вместе с зайчиком давай тебя подниму. Ой, не хочешь? На дочке. Опа. Тебе удобно хоть так? Тебе удобно хоть так? Он волосы твои кушает. Мучает она у нас только его. Мучает. Блин, вообще у нас вот беда-бедой. Не проходит у нас ничего. Вот эта вот аллергия. Да. А еще вчера мы с Кристиной все-таки накосячили. Пошли в поликлинику, нам нужно было. Оказывается, Кристина перепутала даты. Нам надо было не 12-го, а 11-го. А она по старой явочке, да, Давидик? Посмотрела, да? Да? А ты чего, чумазик? Иди умывайся, поел шоколад. Иди умывайся. Умывайся, иди. Пойдем умывать лицо. Пойдем?
И вот, пришли мы вчера в поликлинику, значит. Да, Давид? Оказывается, это был не наш прием. Был вчера прием только больных. Да? Сидим мы тут в очереди вместе с больными. Да? Вот. И не проходит наша вот эта аллергия. Вообще, не знаем, что такое. Не знаем. Надо будет сдавать. Да, так надо сдавать анализы, Амина, придется. Да, куча опять анализов, искать причину, чего его тут такое беспокоит. Конечно, чем не помешает кроватка без дога? Конечно же. Да, да. Чем же не помешает кроватка без дога? Я думаю, что любого Да? А ты это собираешься? Ой. Ну, вернулся телефон. А ты собираешься? На день рождения-то? На день рождения-то собираешься, мадам? Да, да. Ой, да. Ужас. Все изрисованы. Амир. А Давид вообще не в понятках, что происходит, да? Он не в понятках, что происходит тут, да? Да? Ты не в понятках? Ты не в понятках? Ага. Да. Да. Угу. Амина пол подметает, а то они вон раскрошили все. Ой. Сухой завтрак. Ой, давай скорее. Вот теперь она подметает пол. Сказала, баба, я сама буду, не мешай мне. Вот сама подметает. Подметай, подметай. Все подмела? Чисто подмела? Ни одной крошечки не оставила. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. For days, searching for your praise, but is it even there to find?